Вторая, на этот раз полная экранизация литературного шедевра Вячеслава Шишкова, вышла на экраны в марте 2021 года. Предыдущий сериал о семействе Громовых, вышедший в 1968 году в Советском Союзе, занимал всего 4 серии. Потому ясно, что экранного времени абсолютно не хватало для полного пересказа событий книги, а значит, очень много мелочей, да и крупных фактов, описанных в произведении, оказались за кадром. И вот, наконец, дождались полной экранизации. Теперь зрители задаются вопросом, когда выйдет продолжение сериала «Угрюм река». К сожалению, маловероятно, что второй сезон сериала будет выпущен, так как заключительные серии первого сезона перешли к своему логическому завершению. Продолжение сериала «Угрюм река», к сожалению, не будет. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.